Всем привет! Вы на канале «Из Эстонии с любовью». А мы сегодня по магазинам. Поехали с нами. Это у нас в Вихе такой большой торговый центр. Паргикескус. Год назад открыли. Какая ты говоришь? Оленья, кабанья и лось. Ага. Лосик. Лосик. Что стоит? 10,99. Колбаска с белой плесенью. Такая вкусная, вкусная. Вот еще. Вот такая она, такая тверденькая. Безумно вкусная. Вот еще. У нас дома есть. Вяленая, острая. Вяленая, колбаса. Острая, да. Угу. О, ничего себе, 4,80, да? 21 евро килограмм. С трюфеля? Ну, наверное. Не знаю. Солями? Да, с трюфелем. Чоризо. Прошутто. Так. С трюфелем колбаска 125 грамм. Цена 3,29 по акции. Какой? А, да, 3,29. 26,32 килограмм. Прошутто. Так. 2,99. А чоризо вон евро 99 стоит. Это вот это вот. А, ну 5,59 за килограмм сала. Это хорошая цена. Соленый шпик. 18 месяцев 2,69. А там сколько? О, 24 месяца. Тоже 2,69. 14,94 килограмм. Такой очень вкусный сыр. Очень. Особенно утром с бутербродом, с маслечком. Вкусно. 2,49 полкило. Очень, очень вкусные сыры Сарема. Ну и цены. Теперь сейчас по акции. Филадельфия всякая, с травкой, с зеленью. Он с халапенье, без акции. Легкий Филадельфия. Перчики, фаршированные с сыром. Это вообще ум отъешь. Я сама такие пыталась сделать, но они у меня очень острые получаются. Это просто очень вкусно. Цены растут не по дням, а по часам. Шпроты в масле. Вот евро 59 по акции шпроты. А тут, наверное, шпротный паштет. Да, по 59. Вот такие есть красивенькие в баночках шпроты. Балтийские сардины. Шпрот. Огромный выбор. Я вон еще до не увидала вон по акции, какие шпроты есть красивые. Ой, их тут 4 ряда. Боже мой. Вот хорошая цена. Это паштеты. А, это паштет? Печень трески. А. Печень трески. Евро 55. Вот печень трески. Копченый. В баночках. Вот опять шпроты. Ну, а вот это вот все к пиву. Вот. Цены у нас, конечно, тут подороже, чем где бы то ни было. Всякие сушеные рыбки с Петром Первым.
С пиратом. Ну, с пиратом. Первый с попугаем. Это ты подумала. Ну, у него поза такая обычно была. Хотела взять, смотрю, шпроты с луком. А я вот... Ну, я обычные, без лука возьму. А вот это вот что такое? Слауга. А, с чесноком. С чесноком. Нет, мы возьмем обычные, да? Без этих, без добавок. Вот эту ВИЧ, да? Натуральный, без добавок возьмем. Муж каперсы захотел. Килограмм. Это перчик, да? Острый. А вот этот вот тоже с сыром-то, смотри. 2,49. Но я боюсь, что там масло, поди какое-нибудь рапсовое. Нет, не рапсовое. Помнишь, мы как-то брали? Что-то дешево. Большая банка и 2,49. Что-то дешево. Вань, давай возьмем на 23-е. 2,49 баночка. Ну, это подсолнечное. Ну, подсолнечное, хоть не рапсовое. Халапеньо. Любимый наш. Ваш. Грибы маринованные. Но мы такие не едим. Мы все свое едим. Киво. Это так. Ну, а киво тоже. Да, это вот портер. Не хочешь такое темное? Нет. Мы такое не пьем. Это так. Для общего обозрения. Литр. 13 евро литр. Хороший. 13 евро литр пива. Муж ходит, он даже не выбирает, так рассматривает, у него дома там стоит немножко. Кусочек России, Жигули барная. Кстати, хорошее пиво, да ведь? Старый мельник из бочонка. Для друзей. Ячменное поле. О, это привет из Украины, Оболонь. Вон тоже Оболонь. Как-то покупали, почему-то голова от него болела. Козел. Пиво. А это что такое? Есть. С текилой написано. Бир-бир текила. Да, нет, просто пиво. Нет, вот текила написано. Вот. Да, это. Ну, со вкусом текила. Да. Ну, это вот, да, в коробочке 9,50, а тут тоже 9, а, там 13 было, 13. Да, 13. Тут вот на розлив. Там оптом было 13 в коробочке. Тут вот пиво дяденька вот. А там тетенька. А вот тут тоже вот тетенька с сигарой. Вейки Индия, маленькая Индия пиво, да? Индия, большая Индия. А вот тут кунаная мед, красная и черная. Лерия. Пим. Вот и он, сидр. Я не хочу ничего.
А я вон, Дань, может, сидра возьму с ежиком? Я себе. Глинтвейн. Глоги Глинтвейн, да? Глинтвейн. Гоблин. 5 болтов. А, крепкая, что ли? Конечно. Кошмар. Это мы живем, подожди, Дань, на 10 евро в день мы живем, да. Больные счастливые. Подавилась. Мы возвращаемся к машине. Всем привет! Вот здесь черный хлеб с семенами, семечками, Филадельфия, селедочка и лук. А здесь муж хлеб пожарил, чесночком его намазал, яичко, шпроты. Приятного аппетита!